Минувший год запомнится жителям нашего древнего и вечно молодого города многими событиями культурной жизни, в том числе и интересными фотовыставками. Фотография – это искусство игры с изображением и реальностью, светом и тенью, прошлым и будущим. Увлечение фотографией дает и признанным мастерам, и начинающим фотолюбителям гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Развивает наблюдательность, умение подмечать важные и интересные детали там, где их не видят остальные. Развивает творческие возможности, фантазию, воображение. Ведь мало освоить фотокамеру, узнав, где у нее кнопка. Надо найти, увидеть, пронаблюдать или придумать неординарный сюжет, а потом уже запечатлеть его в кадре. В городском культурном центре прошла фотовыставка «Колесница времени. Керчь», организованная Центром развития национальных культур «Таврика». В выставке приняли участие 14 фотомастеров города. Работы представлены в трех номинациях: «Легендарная история. От древности до Великой Отечественной», «Керчь в лицах» и «В гармонии с природой». Цель этой фотовыставки – поддержать труд любителей фотоискусства и показать красоту, величие и историческую значимость родного города. Это второй в городе у нас конкурс. Первый был в 2005 году под названием «Многоликая Керчь». Победительницей стала Галина Максимец. В этом конкурсе она тоже принимала участие. Но 14 человек, которые в этом году приняли участие, они настолько разнообразили, настолько красочно сделали выставку, что обязательно стоит ее посетить. Есть в этой выставке и фавориты, и те, которые впервые приняли участие в ней, и начинающие, и профессионалы в этом деле. Участвовал Вадим Датюк и Галина Максимец, Людмила Бахарева. Особо понравились нам и работы молодых фотографов. Это семейная пара Надежды и Константин Герасимовы. Родственные связи – это, можно назвать еще, Елену Якимову. Шемякину, Татьяну и Елену. Они обе, мама и дочка, принимали участие. Также участвовало садовое товарищество «Виноградарь». Молодой фотограф Веринич Илья. Красочная и достаточно широко осветила самые лучшие моменты в Керчи у нас. Это и ее современную жизнь, и портреты керчан, их традиции, праздники наши городские, и пейзажи городские и сельские, природа. Все это было отображено в этой выставке. Председателем жюри у нас является Борис Захарович Леви, который самый главный фотограф у нас городской, пишет летопись «Историю города». Он отобрал самые лучшие фотографии. В членах жюри также председатели национальных общин Центра международных связей «Таврика». И объявим результаты конкурса после 15 декабря на торжественном мероприятии и концерте, посвященном фотовыставке и итогам этого конкурса. Те, кто смотрят на мир через видоискатель, это особая группа крови. Всем им, и зрелым, и начинающим, необходим зритель, который увидит и оценит работы, даст мотивацию и вдохновение не останавливаться на достигнутом, идти вперед с городского уровня на республиканский, затем на всеукраинский и международный.